Доброе утро, дорогие друзья. Ну вот пролетела еще одна неделя, и мы снова все вместе. Мы с вами, вы с нами, и вы с нашими билетами. И это правильно, потому что смотреть нашу передачу без билета, то есть с зайцем, это все равно, что играть в футбол без мяча, в хоккей без шайбы и на барабане без барабанных палочек. Я говорю о барабане и о барабанных палочках не случайно на фоне цифры 11. 11 – это счастливое число нашей передачи. Это барабанные палочки. Говорят, что в 19 веке так наша игра и называлась. Барабанные палочки. Поэтому 11-й тираж телевизионной игры лотереи «Русское лото» мы начинаем с праздничной дроби в прямом эфире. Для тех, кто сомневается, что наш эфир прямой, заявляю прямо, он прямой, прямее не бывает. И когда прямо неделю назад нас прямо в самом начале передачи, вот так прямо и остановили, из-за неполадок на линии передачи, заставили начать передачу сначала, мы ее так прямо сначала и начали. Ну, если это для вас не убедительно, я просто обязан пригласить сюда людей, мнение которых убедит вас окончательно. Старший следователь украинского отделения по борьбе с организованной преступностью Игорь Кивко. Скажите прямо, Игорь. Чего смотрите на часы? Какое сегодня число? 25 декабря. 25 декабря. Прошу. Прошу туда к бочонку. Заместитель начальника московского метрополитена Игорь Ермоленко. А вот вы на часы не смотрите, а я бы хотел вас спросить, который час? 11 часов 14 минут. Прошу вас, спасибо. Генеральный директор торгового дома «Белая дача» Игорь Пташкин. А у вас, по-моему, вообще часов нету? Наблюдаю. Да. Скажите, пожалуйста, где вы находитесь? Останкино, Русское лото, 25 декабря 1994 года. Спасибо, прошу. Итак, 25 декабря 1994 года, телестудия Останкино, 11 часов 15-16 минут. Ну, я же вам говорил, что мы в прямом эфире. Вот так, в прямом эфире. Я прошу вас осмотреть это нехитрое игровое снаряжение, которое на несколько сотен лет старше линии передач телевидения, но в несколько сот раз работает надежнее. Прошу, осмотрите. Потому что наша игра «Лото» – это старая, мудрая и простая игра. В ней нет ничего сложного. Мешок с бочонками плюс компьютеризация всей игры. Я с удовольствием представляю вам ударников математического труда. Александра Лыкова, Александра Плиса и Галину Афанасьеву. Уважаемые друзья «Русского лото», напоминаем, что в розыгрыше участвуют только купленные вами билеты. Все непроданные билеты уничтожены по акту тиражной комиссии. В 11-м розыгрыше участвует 661 391 билет. Общий призовой фонд игры 661 миллион 391 тысяча рублей. 661 миллион! За полчаса в прямом эфире нам надо торопиться. Дорогие друзья, вы как на подбор все Игоря, я не знаю, заметили вы или нет, что вы тезки, но я почему-то сейчас это заметил. Скажите, пожалуйста, у вас есть какие-нибудь претензии к игровому снаряжению? Нет, все в порядке? Тогда праздничная засыпка под ваши аплодисменты. Так, выбил дно и вышел вон. Прошу. А где аплодисменты? Осторожно. Не рассыпаем. Я прошу вас занять места за столом тиражной комиссии. После окончания тиража я верну вам мешок и все, что в нем останется, для того, чтобы вы могли проверить числовой ряд от 1 до 90. Дело в том, что с первого тиража наш ударник Александр Белоусов стучит на нас в дирекцию «Русского лото»,
что мы ему не даем полноценно участвовать в игре. Ну что же, я думаю, что этот праздничный тираж – повод предоставить этот мешок для перемешивания человеку с барабанными палочками. Александр Белоусов. Прошу. Спасибо, Саша. Как стучал, так и мешаешь. Как мешал все тиражи, так и стучишь. Для альтернативного перемешивания иду к игрокам под номером 11. Это близнецы, Леночка и Танечка, потому что 11 в русском лото – это тоже близнецы. Танечка, Леночка, где Таня, где Лена, я не разберусь, времени у меня нету. Поэтому Танечка держит здесь, или Леночка. Вот здесь, Леночка, помогай. Давай, давай, давай. Поможем близнецам, чем можем. А то, говорят, мы плохо тасуем. Спасибо. Наши фирменные маечки, Леночки и Танечки. А я возвращаюсь к нашим билетам. Наши билеты можно купить в любом отделении Сбербанка Москвы и у наших распространителей в московском метрополитене. Наш билет в 11-м тираже, он розового цвета. В первом туре выигрывает билет или билеты, в которых будут полностью закрыты все 5 чисел любой горизонтальной строки. Призовой фонд первого тура – 33 миллиона 69 550 рублей. 33 миллиона! 33 миллиона, шутки в сторону, дело серьезное. Игра! По праву ведущего я достаю из этого мешка первые 5 чисел. Чувствую, напряжение в зрительном зале нарастает. Все хотят попасть за стол, это верно, у нас будут призы. Итак, игроки под номерами, которые я сейчас вытащу, занимают места за столом. Из серединочки 85. Номер 85. Из уголочка 59. Номер 59. Из другого уголочка 10 чирик. Номер 10. 81. Номер 81. Из уголочка 43. Номер 43. Итак, отмечайте в своих билетах. Внимание. 85, 59. Среди играющих билетов 30 билетов с 4 совпадениями из 5 в одной горизонтальной строке. Сколько? 30 билетов. 30 билетов? С 4 совпадениями из 5. Дело в том, что мы сразу оказались у выигрышной черты. 4 из 5. В одной строке 5 цифр, значит, нам остался один ход. Этот может ход быть последним, не волнуйтесь. Возможно, это будете вы. Вы готовы к этому шагу? Фу. Прошу, смотрите на меня. 13 чертова дюжина. Номер 13. 55 билетов с 4 совпадениями из 5. Ну что же, возможности расширились. Так, математически строгий взгляд, прошу. О, 63. Номер 63. Стало 230 билетов с 4 совпадениями. 230 надеющихся. Ну вот и женщина. Ну что же, прошу. 71. Номер 71. Стоп, игра! Стоп, игра! Стоп, игра! Ну что же, мужчины, поздравим эту даму. Номер 10. Предыдущий тираж. Просто говоря, на современном жаргоне чирик. 10. Счастливый номер. Итак, вы...
получаете специальный приз компании «Милан», который загладит некоторые вольности в моем словоизлиянии. Я назвал вас «Чирик». Это специальный приз для игрока, который вытащил счастливый номер первого тура. Утюг «Мулинекс». Миллиона 674 394 рубля. Скажите этим обладателям выигрыша. Вы надеялись на выигрыш, когда шли сюда? Надеялись. Хорошо. И что, прямо сумку с собой прихватили? Сумку не прихватила. Но надежда была. Так я сама надежда. Блестяще! Дважды надежда нашей страны! Утюг «Мулинекс» от компании «Милан». И наши поздравления всем вам. Наши призы. Русское лото. Играйте, тренируйтесь. Мы рады видеть вас за столом. Благодарю. Номер 71. Это счастливый номер. Им завершился первый тур. Ну что же, вот сколько будет радости на вашем лице, вот таков и будет денежный приз от компании «Милан». Ну, сейчас пока не очень много. Ну, еще. 100 тысяч рублей от компании «Милан» за такую улыбку. Скажите, есть ли номер 71 счастливый в вашем билете? 71 нет. Нет, но это не страшно. Это будет в следующий раз. А пока денежный приз. Деньги на бочку. 100 тысяч от компании «Милан». Второй тур. Денежный приз второго тура выигрывает билет или билеты, в которых первыми будут закрыты 15 чисел любой карточки, верхней или нижней, это прямоугольник. Во втором туре закрытая строка сама по себе уже не выигрывает. Призовой фонд второго тура 72 миллиона 753 тысячи 10 рублей. 72 миллиона, второй тур. Я с нетерпением жду следующую, как говорят в хоккее, пятерку. Итак. Номер 52. Прошу. «22» утята. Номер 22. Где мои утята? «89». Номер 89. «34». Номер 34. «23». Номер 23. Зачеркивайте в своих карточках. 52, 22 утята, 89, 34 и 23. Ну вот следующая пятерка. 52. Садитесь сюда, пожалуйста. Конечно, здесь все продумано. Это оформление делал один из лучших художников-оформителей Борис Краснов. Здесь все продумано. 52, ваш номер. Первый ход ваш. Итак, в путь. Прошу, смотрите на меня. Приятно, неприятно, все равно смотрите. Приятно. Приятно, спасибо. 78. Номер 78. А вот и мои утята. 48. Номер 48. Прошу вас. Сами детям в азартные игры не дадим играть. 75. Номер 75. Вот тут молодой человек едва отвлекся. Прошу вас.
72. Номер 72. А это с вами мы познакомились в банке «Столичный». Вы выиграли в предыдущем туре. Прекрасно. Прошу. 19. Номер 19. Прошу. Освоились? Молодцом. 49. Номер 49. А у тебя-то тут поначеркали. 54. Номер 54. Прошу вас. 26. Номер 26. Сколько тысяч выиграли? 149. Прекрасно. 15, пятиалтынный. Номер 15. Прошу. 11, барабанные палочки. Номер 1. Счастливое число. Счастливое число нашей передачи. Специальный приз для вас. Это фирма Major и японская корпорация Konica учредили специальный приз для игрока, который вытащит счастливое число 11, это фотоаппарат Konica. И пожелания дальнейших успехов в борьбе за основной приз. Прошу. 73. Номер 73. Прошу. Га-га-га. 79. Номер 79. Прошу. 69 туда-сюда. Номер 69. Прошу. 2. Это у нас гусыня. Номер 2. Прошу. Счастливый человек. 56. Номер 56. Прошу. Среди играющих билетов один билет имеет 13 совпадений из 15. 3. Декольте. Номер 3. Прошу. 14. Номер 14. Прошу. 35. Номер 35. Прошу. 87. Номер 87. Прошу. 57. Номер 57. Сейчас мне поправят микрофон. Видите, у нас эфир внимание. Прямой. Внимание! Среди играющих билетов два билета имеют 14 совпадений из 15 в одной карточке. Ну вот, 14 из 15. Компания «Милан» учредила специальный приз для игрока за столом, который своим удачным ходом, своей легкой рукой решит борьбу, исход борьбы за 72 миллиона рублей. Это пылесос фирмы Mullinex. Это может быть вы. Надеетесь? Прошу. 4. Стульчик. Номер 4. Игровая ситуация не изменилась. Идем дальше. Я, может быть, вернусь. Не отчаивайтесь. У тебя там 67. Номер 67. По-прежнему лидирует два билета. Прошу вас. 30. Номер 30. С
стало 3 билета с 14 совпадениями из 15. Ну что же, количество нарастает, возможности увеличиваются для тех, кто сидит у экрана. Но вам выигрывать не привыкать. Прошу. 66. Номер 66. Стало 9 билетов с 14 совпадениями из 15. 9. Ну, здесь уже удача пребывала. Может быть, она и осталась. На этом месте точка внизу. 6. Номер 6. Стоп, игра! Стоп, игра! Дважды удача была здесь. Ну вот, наконец-то он тяжело выдохнул. Фу. Ну что же, вы решили исход борьбы в этом туре. Мы сейчас услышим, сколько человек выиграли. Второй тур выиграли 2 билета. Их номера 0105-108, 0508-768. Выигрыш по 36 миллионов 376 тысяч 505 рублей. По 36 миллионов. Два человека. Ну ничего, мы им, ничего себе мы им закрыли финансовый год. Посмотрите на них, посмотрите на него, вот в эту камеру или в эту. Посмотрите на этого человека, под Новый год он сделал вам замечательный подарок. Вам приз фирмы «Милан», пылесос «Мулинекс». Благодарю вас всех. Наши призы участникам игры за столом. Прошу. Прошу, прошу. Занимайте свои места. Приз ваш. Это наши призы для участников игры. В третьем туре. В третьем туре идет борьба за самый крупный денежный приз. В этом туре выигрывает билет или билеты, в которых первыми будут закрыты все 30 чисел билета. Отдельно закрытая карточка в третьем туре уже не выигрывает. Но выигрывает все билеты, в которых закрыты все 30 чисел. Разыгрывается главный приз. 165 миллионов 347 тысяч 750 рублей. 165 миллионов. 165 миллионов. Я называю следующих 5 счастливчиков. Итак, 21 очко. Прошу. Номер 21. Тридцать семь. Номер 37. Из самого уголочка, прошу вас. Вот ваш номер. 32. Номер 32. Восемьдесят шесть. Номер 86. 88. Номер 88. Итак, прошу, все игроки за столом, я позволю себе усложнить условия игры в третьем туре. Но это будет чуть позже, когда мы дойдем до момента 29 из 30. А сейчас, игроки опытные, в путь. Вы тоже. Мы познакомились в банке «Столичный», я вас пригласил на передачу, это верно. 50. Номер 50. Прошу. 25, четвертак. Номер 25. Вот эта дама. Здравствуйте. Прошу вас, смотрите на меня. Ну вы-то хоть посмотрите. 74. Номер 74. Прошу вас. 60, пенсионер. Номер 60. Прошу вас.
84. Номер 84. Прошу. Вот, это опытный игрок, сразу чувствуется. 65. Номер 65. Прошу вас. Двенадцать. Номер 12. Прошу вас. 31. Номер 31. Прошу. 24. Номер 24. В газете 24 и в газете «Московская правда» будут опубликованы итоги сегодняшнего тиража в ближайший вторник и все номера выигравших билетов. Прошу. 17. Номер 17. Прошу. Лидирует один билет с 28 совпадениями из 30. Пока это не страшно. 28, нам нужно 29. Ну, глубокое проникновение в суть игры. 83. Номер 83. Прошу. 41. Номер 41. Прошу. 58. Номер 58. Прошу. 39. Номер 39. 82. Номер 82. Прошу. 46. Номер 46. Прошу. 47. Кучно. Номер 47. Кучно. Загадочная улыбка. Внимание! Среди играющих билетов три билета с 29 совпадениями из 30. Ну вот, сейчас этот ход может быть последним. Я специально пока не смотрю, какой вы бочонок вытащили, потому что сначала я должен предупредить вас, что компания «Милан» учредила специальный приз для игрока за столом, который вытащит счастливый номер. Это кухонный комбайн «Мулинекс». Я думаю, что каждой женщине пригодится этот комбайн на просторах полей ее кухни. Итак, поскольку вы номер уже вытащили, я должен огласить его всем играющим. 42. Номер 42. Стало 6 билетов с 29 совпадениями из 30. Ну а теперь мы усложним условия игры. Перед каждым ходом вы должны будете сказать мне только одно слово. Да или нет. Да, если вы уверены, что после вашего хода будет стоп-игра. И нет, если вы уверены, что после вашего хода игра продолжится. Если вы угадаете, вы остаетесь за столом и продолжаете претендовать или просто выигрываете приз компании «Милан». Если нет, то покидаете свое место за столом, и ваше место занимает тот номер, который вы вытащили. Вот такие условия борьбы в третьем тяжелые. Мне печально, что мне приходится начинать эту тяжелую игру с дамой. И тем не менее, да или нет? Да. Да! Прошу! Двадцать. Номер 20. Стоп игра! Стоп игра! Замечательно, замечательно. С первого хода эта женщина угадала.
Чудесно! У вас замечательная связь со своим внутренним голосом. Чудесная женская интуиция. Я вас поздравляю с этим. Итак, послушаем, что же вы выиграли-то не только для себя, а для всех играющих. Третий тур выиграли 3 билета. Их номера 00-45-120, 02-36-245, 06-53-482. Выигрыш по 55 115 916 рублей. 3 билета по 55 миллионов. Как вы думаете, кто эти люди? Мужчины, женщины? Вы можете себе хотя бы одного из них представить? Нет. Давайте встретимся вместе с вами. Если вы захотите, в банке столичной в среду, 4 числа, в 13 часов, давайте все встретимся. Вы придете, и мы познакомимся. Мы возьмем у вас интервью, если вы захотите остаться неизвестными. Вы так и останетесь неизвестными. Нам просто хочется посмотреть ваши счастливые лица. Итак, всем наши наборы русского лото, играйте и тренируйтесь. А вам кухонный комбайн фирмы Мулинекс от компании Милан. Поздравляю вас. А мне это не нужно. А вот это номер 20. Это вот самый, тот самый номер 20. В русском лото он когда-то назывался, знаете как? Поскольку здесь уточка, двойка и нолик. Это назывался «Лебединое озеро». Так вот этим самым «Лебединым озером» — это ваш номер игровой. Компания «Милан» сейчас будет вас награждать денежным призом. Вот насколько улыбнетесь. Ну, разулыбаемся. 100 тысяч от компании «Милан». Нет. Меня интересует, есть ли этот номер у вас в билете. Есть! Ваш приз удваивается. 200 тысяч! И улыбка на 200 тысяч! Я поздравляю всех победителей. Мы продолжаем розыгрыш. В последующих турах выигрывают билеты, в которых тоже будут закрыты все 30 чисел. А помочь мне в этом я попрошу наш номер 11, наших замечательных близняшек, Леночка и Танечка, идите вот сюда. Идите вот сюда, садитесь. Сейчас вы будете помогать мне играть. Близнецы — это 11 в русском лото. Прошу. Танечка или Леночка? Леночка или Танечка? Кто, Таня? Садись. Ты кто? Таня? Таня? Угадал. Начинай. Умница. 55. Уточки утонули. Номер 55. Стоп-игра. Стоп-игра. Выиграла 4 билета. Выигрыш по 21 495 207 рублей. Вот так, Танечка, первый ход-то, а? Прошу. Леночка. Давай, Леночка. 27 от Леночки. Номер 27. Стоп-игра. Стоп-игра. Выиграла 6 билетов. Выигрыш по 11 023 183 рубля. Молодцы! Вперед, девочки! 33! Они прямо так симметричные цифры так и тянут. Номер 33. Стоп-игра. Стоп-игра. Выиграла 5 билетов. Выигрыш по 6 613 910 рублей. Прошу. 16. Номер 16. Стоп-игра. Стоп-игра. Выиграла 7 билетов. Выигрыш по 4 724 221 рубль. Прошу. 62. Номер 62. Стоп-игра. Стоп-игра. Выиграла 8 билетов. Выигрыш по 1 653 477 рублей. Прошу, Лена. 77. Одни симметричные цифры. Вот это близняшки. Номер 77. Стоп-игра. Стоп-игра. Выиграла 12 билетов. Выигрыш по 1 102 318 рублей. Прошу. 76. Номер 76.
топ-игра. Выиграла 8 билетов, выигрыш по 1 653 477 рублей. Прошу. 68. Номер 68. Стоп-игра. Выиграла 18 билетов, выигрыш по 734 878 рублей. Восемнадцать. Номер 18. Стоп-игра. Выиграла 24 билета. Выигрыш по 551 тысячи 159 рублей. Вас родители не будут ругать, что вы такие деньги растранжирили, а? За 10 минут, нет? Демократы родители. Да, все разрешают. Спортсменки? Один. Сам себе господин. Номер один. Стоп-игра. Выиграла 68 билетов. Выигрыш по 194 тысячи 526 рублей. Прошу. Каким спортом занимаетесь? Художественная гимнастика. Пять. Номер пять. Стоп-игра. Стоп-игра. Выиграла 147 билетов. Выигрыш по 89 тысяч 985 рублей. А кто лучше занимается спортом? Одинаково. Конечно, одинаково. Замечательные девчонки. 29. Номер 29. Стоп-игра. Выиграла 183 билета. Выигрыш по 72 тысячи 283 рубля. Прошу. 90, дедушка. Номер 90. Стоп-игра. Стоп-игра. Выиграла 267 билетов. Выигрыш по 49 тысяч 542 рубля. Разыгрывается последний тур. Последний тур. 80. Бабушка. Номер 80. Стоп-игра. Выиграла 353 билета. Выигрыш по 37 тысяч 472 рубля. На 76-м ходу игры призовой фонд разыгран полностью. Полчаса назад казалось, что мы не справимся с этой огромной суммой. На каком ходу мы завершили игру? На 76-м ходу игры. Значит, в мешке осталось 14 бочонков. Я передаю этот мешок в тиражную комиссию для проверки всего числового ряда с 1 до 90. А эти замечательные девочки, Леночка и Танечка, которые во всем остаются неразделимы. Если Танечка вытащила дедушку, тут же Леночка вытащила бабушку. Ну, конечно, было бы обидно, если бы мы вас отпустили отсюда без приза. Я думаю, что будет справедливо, если приз у вас будет один. Фирма Major, японская корпорация Konica, дарит вам фотоаппарат Konica. Ручки ваши. Обещайте, что вы пришлете нам фотографию на память для нашей игры. Обещаете? Спасибо. Дорогие друзья, ну вот и подошел к концу последний тираж уходящего 1994 года. В этом тираже мы встретились с вами и разыграли огромную сумму в 660 миллионов рублей. Я надеюсь и должен вас предупредить, что в наступающем году всех игроков ждет серьезное испытание, всех любителей русского лото. Наша следующая передача, следующий тираж состоится 1 января в 11 часов 45 минут. Это серьезное испытание воли и характера. Я вам от всей души желаю, чтобы это было самым трудным испытанием в наступающем 95-м году. Я вам от всей души желаю того, чего хотят все люди в нашей стране. Мира, мира в вашей душе, мира в вашем доме, мира в нашей стране. Дорогие друзья, я поздравляю от души всех, всех любителей игры. Играйте в русское лото.
Русское лото. Замечательная игра. Азарт благороден. Риск минимален. Выигрыш огромен. Я поздравляю всех!